Городская романтика в мягких тонах. Глядя на эту работу, можно почувствовать свежесть морозного воскресенья. А с этой картины уже доносится шум суетливого вокзала. Главное – включить фантазию. Все пермские пейзажи легко узнаваемы. Они вышли из-под легкой руки художника Александра Зырянова. Сам Александр Петрович в Березники приехать не смог, так как находится в почтенном возрасте. Но даже в 90 он продолжает творить. Искусствоведы называют Зырянова мастером линогравюры. Пик линогравюры приходился на 50-е годы, и тогда, когда эти вещи создавались, они были очень модными, ну и отражают целую эпоху. Появилась уже любимая работа «Космос», которая, ну, действительно в одной картинке укладывается целая... Ну, не знаю, целое отражение эпохи, действительно. Перенестись в Пермь 60-х вы можете уже в эти выходные. Выставка работ пермского художника Александра Зырянова «Лирика большого города» будет работать в Березниковском историко-художественном музее до 29 июля.